поводу этих сборов хочу сказать, что сильно, вот конкретно в этом году, сильно для меня лично бросилась в глаза смена поколений. Прям сильно видно, что поколение меняется, приходит очень много новых детей. И очень круто, как они быстро интегрируются во всю эту тусовку. И очень быстро становятся частью команды. То есть не теряется атмосфера сборов, не теряется атмосфера всего, что происходит в Harlem Jokers, но очень сильно видно, что сменилось поколение. Ну, в этом году, во-первых, больше детей, это сильно чувствуется, вот. Во-вторых, ты уже сюда приезжаешь и понимаешь, что ты сейчас увидишь вот каких-то малышек, которые точно выросли, типа, ментально, физически, в танцы выросли. Окей, мы сегодня с вами танцуем Афрохаус, а несмотря на то, что это общий класс, и когда ты видишь, ты не то чтобы ничего не ожидаешь, ты просто такой смотришь, думаешь, ну, наверное, те же дети просто немного выросли, а потом они начинают выходить, ну, танцевать, разговаривать с тобой, а просто ты за ними наблюдаешь, ты понимаешь, блин, капец, это всего один год, а они вообще просто какие-то другие, они очень умные, они столько всего умеют, они уже так классно танцуют, типа, что с ними будет дальше вообще, что это невероятное. На первую очередь в голову приходит, мне здесь очень легко работалось. Очень много людей выращено на базе. И это их преимущество. Они способны знакомиться с новыми стилями и способны в процессе вывозить там хореографию и так далее. Мы потанцевали несколько уроков плотной, большой хореографии. Народ справился, народ потанцевал. В этом, конечно, я кайфанул. У нас такая традиция, если ты один раз приехал, мы тебя собираем навсегда. Добро пожаловать! Если сравнить с другим лагерем, где все не знакомы между собой, в Harlem Jokers так или иначе все знакомы. То есть вот там полгода назад был грандиозное шоу, где все супер сблизились. Всем привет, меня зовут Вита. Мне очень нравится танцевать локинг и вагинг. Локинг я и так часто танцую. Еще там, например, какой-то был проект, там танцевали на универсиаде, еще на чем-нибудь. Они так или иначе все друг друга знают. И когда их заряжают тем, что вы семья, вы один единый механизм, вы работаете вместе, нужно там общаться, коммуницировать и так далее, они приезжают, они с первого дня уже все, мы друзья, мы все круто будем проводить время, поэтому все вечерки, все классы, это супер позитивно, супер по-доброму всегда. Детский сад и школа, и то есть какое-то замкнутое пространство, где дети постоянно варятся между собой, оно, в принципе, очень повышает уровень социализации, и
умение налаживать друг с другом отношения, сглаживать углы, решать конфликты, потому что это такая школа жизни для них, после которой они действительно становятся какими-то более мудрыми, более взрослыми, осознанными. Они понимают, что недостаточно условно быть хорошим танцором, чтобы существовать в этом самом обществе, какой бы оно ни было, типа танцевальное или нет. А еще очень важно быть хорошим человеком, добрым, открытым, дружелюбным, уметь прощать. И мне кажется, что здесь они этому учатся. Формат лагеря так устроен, что у меня здесь есть много классов. То есть у меня есть возможность прям раскрыть какой-то стиль, определенный афростиль. Я вижу от этого очень сильный прогресс. То есть после прошлого года я вижу то, что они разбираются в стилях, они отличают музыку, они уже вбили степы, то есть базу. И в этом году я кайфанула с того, что я уже смогла поделиться какой-то очень свежей информацией, которую буквально вот только что там привезла из Африки, из Европы. И я понимаю, что они берут, они понимают. И сейчас они не то, что просто умеют танцевать афростиль, они прям в тренде. То есть они прям, ну, они прям в теме, они прям получают свежайший материал. И очень круто видеть то, что они тут же с ним работают, они тут же пытаются его внедрить. Правильно, неправильно, они, ну, то есть на своих ошибках сразу, если они не откладывают это, знаешь, типа вот мы сейчас оттреним тут, потом пройдет еще лето, и потом еще в сезоне только начнем этим заниматься. Мне нравится то, что они вот тут же, они включаются, и тут же на вечеринках, там, на дискотеках, в свои номера они уже прямо в лагере здесь вставляют. Если говорить от себя, как представитель стиля, там, например, я приезжаю, ну, понимаю, что я должен за один класс, ну, влюбить в стиль, познакомить со стилем, дать его потанцевать, еще и объяснить, как он правильно делается. Но практически это нереально, и приходится чем-то жертвовать. Вот. В данном случае, там, в этом кемпе, у меня почти получилось, наверное, ничем не пожертвовать. Bad one. И с движением мы тоже делаем речевку. То есть мы потанцевали там материал, мы поизучали степы, мы поизучали там возможные там механики, возможную механику и инструменты, как это все соединять. Мы там... Я провел лекцию, объяснил, там, что, как, чем строится, как это все зарождалось и так далее. У меня получилось объяснить, рассказать. Я с стилем Like Fit познакомилась на мастер-классах Амира. То есть на его классе тебе не скучно, вы все время взаимодействуете с другими людьми, и он всегда пытается втянуть тебя в движуху. Вайб Стаси, то есть, ну, с ней энергетика такая, тебя саму прет, типа, без всего. Если ты даже очень устал и очень жарко хочется домой, но все равно она прям взрывчатка динамичная. Заключительный батл первого круга, Даня. Ты не бой, потанцуй со мной. Здравствуйте, мы команда Blast, и мы готовим вот такой вот чудный номер. Сегодня будет мероприятие Break the Rules, и наша команда Smurf выступает в категории ретро с фанковым номером. Так, про чё номер-то? Про чё номер? Про стиль. Tira a camisa, levante pro alto.
Во-первых, я очень хочу отметить и выделить вообще отдельную категорию владельцев, главных директоров кемпа, школы танцев, учителей, вожатых, где, казалось бы, им, наверное, ну, в каком-то абстрактном понимании этого слова позволено, дозволено не ходить, например, на классы и не тренить так люто, как тренит там молодежь или основные танцоры, там, да, команды и так далее. Но здесь тренят все. Там директора школы танцев, первые еще те ученики на классах, которые очень, ну, горят, они тренят, изучают и так далее. Лена, шире ноги. Носки натягиваем. Синхронно. Ставили правую ладони, оставили на полу. Мы под спину держим. Нишкова. Нишкова, не заваливай вперед спину. Лично в нашем случае силовая для того, чтобы подготовиться к следующему сезону. И вывести. Да, вывести. И вывести. Я вас поздравляю, ваша силовая кончила. Сделал это, ты уже как бы сильнее на шаг остаешься. Вот, очень понравилось, ты встаешь, у тебя силовые, все хорошо. И сегодня у нас была гонка героев, это вообще было шик-парад. Это какая-то жесть просто. 50 пресса, еще и потом в горочку. Очень тяжело. Нормально. Супер низкий приз для разогрева. Бегай, давай! Бегай! И Возможно, дети особо как бы сейчас этому не придают значения, там что-то не понимают, но есть команды, которые даже уже не занимаясь в Харлем Джокерс, остаются очень близкими друзьями. И вот я в первую очередь благодарна, конечно, за опыт, за работу и за то, что мы делали вместе, но вот за то, что мы делали 8 лет назад, как мы, там, не знаю, влюбили друг друга в себя, в свое дело, как мы это все просто вместе делали, и то, сколько подарили друг другу эмоций, это, конечно, просто какой-то космос. И это потрясающе. То есть ты понимаешь, что ты вот в молодое поколение закладываешь просто какой-то невероятно ценный материал, и ты уверен, что они его, ну, типа, достойно пронесут. Вот для меня, наверное, вот и Харлем Джокерс в целом, и вот лагерь — это вот про это. То есть я знаю, что они будут выходить, и мне точно не будет стыдно за то, что они делают, а я буду просто гордиться. Ну, то есть это же не только моя работа, да, то есть это работа всех, кто и после меня, и кто до меня с ними работал и научил их так впитывать. Я свою миссию очень сильно чувствую в этом лагере, прям как нигде, ну, как нигде, наверное. Потому что здесь ты делаешь то, что ты любишь, и ты видишь, как все больше и больше глаз заражаются этим. Они загораются, они влюбляются и очень достойно это несут. И ваша работа, то, как вы трените друг с другом, меня, ну, невероятно вдохновило. Я вчера ложился прям, ну, с мыслью о том, что, ну, кайф, я завидую вам. У вас невероятное детство. У вас есть то, что вам уже дают по протоптанной дорожке. Вы, скорее всего, не наступите на грабли. Потому что, если вы начнете ошибаться, ваши старшие товарищи вам помогут и скажут, сделай вот так. У нас такого не было, к сожалению. Спасибо, которое я хотела обратить. Конечно же, к нашим детям, которые любят танец.
Вы все проживаете здесь самое яркое и самое лучшее свое детство, но и абсолютно все остаются вовлеченными в это яркое дело, которое она, скажем, забрала с собой просто с руками и ногами. Огромное вам спасибо за тот неиссякаемый поток вдохновения, который вы даете нам тут. И поэтому очень хочется, чтобы была и ценность, и понимание, и какая-то благодарность, потому что без этого очень сложно, опять-таки, двигаться, когда нет благодарности, да, то есть быть благодарными, любить это, и, наверное, это самое главное. Ну, вообще, любовь, любовь спасет мир, поэтому мне кажется, что все так здесь и круто, потому что есть любовь. Доверяйте этим людям, они покажут вам путь. Чтобы на этом пути вам не было как-то сложно, у вас есть команда, у вас есть тренер, у вас есть друзья. И вместе этот путь будет очень круто и легко преодолевать. Я думаю, что даже если посмотреть видос прошлого года, я говорю там то же самое, и подумать про то, что случилось с Harlem Jokers в этом году, можно понять, что это действительно работает. И продолжаем в том же духе. Просто верим, работаем вместе, ну, можно сделать какие-то невероятные вещи.